Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака». И как вы помните, ребят, мы перешли с вами на эпизод 4. Ну что ж, поехали. Так, погоди-ка, поехали. Давай-ка посмотрим, что у нас в магазине. Ну, ребят, смотрите, я взял дробовик. Ну, дробовик я не взял, он у меня автоматом идет всегда, я его поменять не могу. Но факт в том, что я взял М16 и арбалет. Арбалет, я, ребята, понял, вы мне все хором практически твердите, что это имба, если ее прокачать. Ладно, мы прокачаем этот арбалет, тяжело, конечно, будет, но мы постараемся. И еще разок, ребята, я вам объясню, в эту игру я ничего не донатил, ни рубля не вложил. Я не знаю, с чего у вас такие мысли вдруг приходят в голову. Нет, все своими силенками, ребята, все своими силами. Так, ну что же, давайте приступать, у нас первая миссия эпизода 4. Фух, с богом. Так, двойной урон, критический попадание на болото против пришельцев, ага, понял. У нас, кстати, всегда так начинается, да, ребята? Болото против пришельцев. Но в данный момент никакие не пришельцы, обычные крокодилы. Мы их, естественно, с вами сейчас будем изничтожать. Упса! Йо-хоу! Да, арбалет, действительно, ребята, имба. Тут не поспорить. Подожди ты, елки-палки, давай. Ай, какие лопушки-то идут у нас, а? С душлаком на голове, ёпарасоте. А как вам вот так вот понравится, а? Ай, красавцы вы мои, ненаглядные. Поджаривайтесь. Ай, по красоте, ай, как хорошо. Ай, обожаю аккумулятор, ребята, обожаю. Ну, вы должны догадаться сами, что первая миссия должна быть, в принципе, легкой. Ой. Это что с тобой, братюнь? Ты что на себя там колпак какой-то надел? Чудило, да сбрось ты его, не смеши меня. Он тебе не идет. Так, я еще не могу понять, что им надо, этим гаденышам всем. Ну-ка. Да нет, ребята, я думал, мало ли, может быть, у них на голове громоотвод, молниеотвод, я не знаю, как его назвать, нет? Так же, упс, такие жеватнички и остались, ребят. Ой, действительно, надо арбалет прокачивать. Иди, опа, опа, а вот это для меня нежданчик, серьезно вам говорю. Этих мышей болотных не так легко подбить, как я посмотрю. А я вот так тебе сейчас в ответ. Ну будет мне тут еще стрелять, а? Из своей аркебузы. Блин, ну... Нет, ружбайка. Дробаш, ребят, тоже нужно прокачивать. Я помню ваши комментарии по этому поводу. Что без дробаша будет сложно. Ну я сам это прекрасно понимаю. Ну, как всегда, ребята, нельзя меня не побеспокоить по мобильному телефону. Ладно, смотрим, короче, рекламку. Так, мы с вами зарабатываем 8120 монет. Так, замечательно. Это, еще раз напомню, ребят, был первый уровень. Так, 8000, что мы за эти деньги можем сделать? Да, по-моему, абсолютно ничего. Нет, мы можем все-таки немножко боеприпасов купить. Какие же недорогие на арбалет, а? И М16. Так, вот вроде бы, да? Надо будет, ребята, 13500 нам накопить для того, чтобы улучшить себе. Ну, не до конца, но практически. Это дробовик наш. Ну что же. Так, что у нас тут? Ага, открывается супер сложный уровень, якобы. Кстати, я не заметил, чтобы он был сложным. И, ребята, у нас тут открываются бобры. Я так понимаю, что вот этот колпак, это якобы ими управляют пришельцы. Другого у меня довода нету. О чем-то другом думать. Поехали. Болотная Одиссея. Даже так. Даже Болотная Одиссея, да? Ну, как всегда, ребят, дробаш нас подводит. Что такое? Что? А что он такой мощный? Иди отсюда. Достал уже. Блин, этих только не хватало тут. С аркебузами притопали. Ой-ой-ой-ой, ребята, очень сложно. Очень сложно, я могу сказать. Иди. Давай вот так вот бомбить. Слушай, бобры даже против М16 неплохо стоят, я погляжу-ка. Давай уже падай, ядрен батон. Все, шикарно. Шикарно, шикарно, ё-моё. Ой, а это что такое? Это кто такой сейчас был? Идите отсюда, в лесом. Да. Хорош, уже успокойся, малый. Приплыли, блин, ребят, называется. Так, ладно, этих... Давайте вот так вот будем. Пошел отсюда. Так, вот... А, все, ребят, я понял. Это у нас вместо, видимо, вместо комаров будут теперь досаждать пришельцы нас. Угу, все, я понял. Так, ну что, волна подходит к концу. Я вот этих говорю сейчас подобью. Эй-эй-эй-эй-эй. Слушай, ребят, ну комарь... А интересно, а мой кузен может их поймать?
или нет? Как вы думаете? Слушай, зачем я тратил арбалет, когда можно было из М16 неплохо так бомбануть по ним? Смотрите, ребят. Тин-тин-тин-тин, да падает. А, во, во, кузенчик все-таки облизывает их. Это хорошо. Да, денег, конечно, не очень много мы с вами тут заработали, вы сами смотрите. 4300, но все равно. Забираем наши кровные, это 8600, отлично. Так, вторая миссия, короче, позади. Вот, ребятушки, 13 тысяч у меня есть, и я улучшаю дробовик сразу же, с лету. Следующее обновление, это у нас на 22 тысячи голды. Блин, обалдеть можно просто, а просто обалдеть. Давай купим, ну и в принципе... Оу! Ёлки-палки, а как я так лопухнулся? Я чё, все стрелы потратил на арбалет? О-оу. Ну давай тогда... Да что ты, блин, я взять хотел. Придется с огнеметом, ребята, бегать. Угу. Ой, как мы сейчас можем с вами попасть так круто. Как мы можем с вами попасть? Так, битва болота. Твою ж макарёку, чё вы так рьяно начали-то? Эй, братки, 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 спокуха, 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 мышь. Иди отсюда. Так, что у меня есть? Да у меня ничего нет, ребят. Самое обидное, что у меня ничего нету. Жарим, жарим, жарим этих. Так, слушай, успокоились. Успокоились, я сказал все. Ты с аркебузой, успокойся тоже. Так, ну крокодилы, конечно, хорошо, что боятся у нас огня. Это меня радует, но... Огнемет-то у меня очень быстро кончается. А что если я еще вызову кислотный дождик, а? Мне, честно говоря, не особо это нравится, ребят. Суперудары нам пригодились бы, а разбрасываться ими вот так вот налево-направо, это, конечно, не мой метод. Но выживать-то тоже хочется. Так, уйдите, уйдите отсюда. Уйдите, я вам сказал, а. Смотри, ребят, я по ним стреляю, они еще уворачиваются. Вот жуки. Дождь. Кислотный дождь мне поможет. По крайней мере, против крокодилов, это точно. Опс, вот мы и дострелялись с вами. У меня, ребят, заканчиваются боеприпасы прямо на глазах. Понимаешь? А эти олухи все идут и идут. Так, я надеюсь, кузен мне поможет хоть маленечко. Поможет он, как же, ага. Дождешься от него помощи. О-оу, 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 тихо, 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 тихо. Ребятуля, отвалите. Ух, все-таки я не зря, ребята, укрепил себе базу, домик свой. Сейчас бы уже давно бы расписали бы. А тут я, смотри-ка, еще могу побороться с ними. Так, иди отсюда. Так, у него слетел колпак. Все вроде бы, да? Блин, а сейчас денег мне дадут мало. И я не смогу ничего себе купить. Так, проверим. Так, ну 10 тысяч я должен получить. Ну-ка проверим. Да, 10 тысяч 120 монет. Так, естественно, я буду их тратить на... На что, ребят? Естественно, на все вот это вот. На боеприпасы на мои. Так, что у нас с аккумулятором? Вообще кисляк полнейший. 5 штук как минимум. Тут тоже как минимум пятерочку надо брать. Знак стоп. Вообще ни одного нету, представляешь? Это не дело. Давай по пятерочке все возьмем. И так, знак стоп, аккумулятор, холодильник, кислотный дождик. Все отлично. Что у нас? Ядрить батон. Ты посмотри, ребят, чтобы улучшить мне 32 тысячи нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, смотри-ка, это что такое у нас, ребят? Что это за няшка появилась такая? Блин, ребята, буквально два уровня пройдем, и мы получим с вами какой-то подарочек. Я хочу вот этого чудика наказать. Что это за олух? Вид 8472. Да? Это вот это вот и есть он? Слушай, он, по-моему, такой, ничего. Ничего сложного я в нем не увидел пока. Пока не увидел ничего сложного. Так, а вот здесь вот, давай проверим, как он... Какая у него переносимость к дождику? Я смотрю, офигительная, он просто даже не горит. Ребята, его не берет дождь. Его не берет дождь, вы представляете? Вот это попадос. О, ой, елки ты палки. Я только сейчас увидел, ребята, что у меня нету боеприпасы, я забыл купить на М16 и на огнемет. Ой, дурень. Ой, дурень я, ребята. Вот это... О, спасибо, хоть за такой маленький, но приятный бонус. Давай бомбить их всех. Крокодилов этих. Слушай, а в чем разница? Вот они были. Что у него тут? Смотри, что. Ты видел, из чего он состоит? Смотри, ребят, показываю еще раз. Колеса, гаечный ключ. Короче, это какой-то слизень, который поднимает весь хлам помоечный.
и носит его в себе. А у меня больше нет других догадок. Так, подожди, у меня есть огнемет. А фиг мне огнемет, если он против этих бесполезен. Тут только расстрел. Тут только расстрел. Дай-ка. Иди отсюда. Нечего тут. Кузен, ну помогай хоть как-нибудь. Видишь, тут нет летающих. Взял язычком там, блин, облизнул вот это вот слизни немножко. И все. Тебе приятно, и у него мало жизни. Так, погоди-ка, давай проверим стоп. Вот, не пройдете, гады. Я сказал, не пройдете. Пускай они тут. Они, наверное, быстро его разберут. Ой, как быстро они разбирают, ребят, знак стоп этот. Но у меня есть еще один. У меня также есть аккумулятор. Что взгрустнули, родные мои? А почему? Погоди-ка. А так не должно быть. Как вы проходите-то, эй? Совсем замечательно. Они просто-напросто прошли через знак стоп. Или мой аккумулятор и знак бомбит, а? У меня пока... Я не знаю, я в замешательстве просто. В неком. Кислотный дождь на эти гаденыши отправляем. Слушай, ну вот это, конечно, имба, ребят. Ну как вот, если этого слизнюка никак не убить... Ну, фигово. Так, они ломают знак. Мне нужно вот этих вот... А, все, в принципе, ребят, мы прошли. Мы с вами прошли. Причем, заметьте, я за всю игру не истратил ни одного перчика. Но зато попытку потратил. Это я помню, было такое дело. Так, да идите вы лесом, горите в аду. Вот вам, вот так вот, все. Сколько денег-то дадите, ребятули, а? Давай мне мои кровные барыши, в конце концов уже. Сколько? 9280. Отлично, я должен в обязательном порядке закупить себе патроны. Обязательно. Так, хватит ли мне здесь пополнить боеприпас? 16. Ага, так, мы уберем его отсюда, да, и возьмем арбалет. Так, на М16. Все, шикарно. Остальные деньги я, наверное, ребят, не буду тратить, они нам пригодятся. Хотя, кислотный дождь надо взять и один аккумулятор надо взять. Кстати, у нас две канистры есть. Хм, 4 динамита. Но это я не буду ничего. Хотя, подождите, можно, знаете, что попробовать? Мы можем взять динамит. Я хочу проверить его на слизнюках. Как мы убедились, огонь их не берет. Может быть, все-таки от динамита они будут страдать. Так, что у нас здесь? А здесь у нас, я так понимаю, сейчас все похитят. И мы еще будем с вами тут драться с пришельцами. Прав я или не прав, мы узнаем с вами через секунду. Жара. Битва на болоте. Все забрал, гаденыш, а? Что там такое? Так, да это я уже считал, что вы мне все одних и тех же показываете. Не надо мне этого, не надо. Так, дай сюда. Вот, ребят, неспроста же мне дали, наверное... Нет, не буду я его сейчас тратить. На этих-то олухов зря. Я могу их и так расстрелять. Блин, началась фигня. Ну-ка. А? Ой, спасибо за две стрелы. Спасибо. Вот. Слушай, а что я на кнопки-то пережимаю? У меня же есть переключение, ребят. Что там у тебя? Холодильник выпал. О, еще две стрелы. Тут самое главное, ребят, здоровье нашего домика. Остальное ерунда. Остальное мелочи жизни. Кузен, давай, Кузя. Как же... Ой. А если... Не-не-не-не-не-не-не-не. А почему? Ребят, их стрелы не так хорошо берут, как вот этих вот олухов. Ух ты, там две тарелки. Кислотный дождь, отлично. Блин, половину здоровья уже сняли, ты представляешь? Мы так далеко с вами не уйдем. Если мне не выпадет аптечка буквально в ближайшие секунды, то... Так, динамит. Я знаю, что динамит их хорошо бомбит, смотрите. Лучше некуда их бомбит динамит. Где отсюда разлетался? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кислотный дождь, срочно! Иначе мне будет хана, ребята. Иначе будет хана. Так, ребята, извините за задержечку. Опять меня отвлекают. Ну, как всегда, вот только сажусь дрынкать, начинают мне все названивать. Так, иди отсюда. Как бы не проиграть еще из-за этого-то. Подожди, мы не будем с вами тратить холодильник.
Я же сказал, не будем тратить холодильник. Его что, нельзя обратно убрать, да? Так, иди сюда. Иди сюда, лунатик. Да, он мне тоже динамит. Ну, проверить мы хотели с вами. Ну, вроде динамит убивает, да? Надо добивать эту мышь, потому что у нас, кстати, а волна-то не последняя, ребят. Будет еще волна. Вот что я хочу вам сказать. И вот выживу я тут или нет, это уже будет большой-большой, ребят, вопрос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет, расстреляет меня. Да. Подбили. Ну, ребят, вы сами понимаете, почему меня подбили. Потому что я, ну, не взял с собой припасов. То есть у меня не было ни арбалета, ни М16. И в этом, в принципе, моя вина. Поэтому давайте... А, нет, там же... Там, при чем здесь М16? Ладно, ребята... Давайте попробуем еще разочек с вами справиться с этими олухами. Я не знаю, очень сложно. Но деваться нам все равно некуда. Все у нас похитили, потырили. Так, где они? Вот они, это крокодильчики у нас идут. Ну, с крокодилами у нас все легко. Так, дай-ка мы, ребята, должны подбивать пришельцев. Вот, видите, нам достался аккумулятор. Это хорошо. Вот. М16 выбили. Так, давай-ка мы. Оп, динамит. Динамит мне, честно говоря, не особо тут помогает. Да я, наверное, так сделаю. Они достали, ребят, на самом деле. Давай-давай-давай, напарывайся на шипы. Оп, кислотный дождь. Я получил кислотный дождик. Пока тратить не буду. Да замолчит уже, а. Мышка-нарушка. Так. Добили. Отлично. Вот, кого я ненавижу, это, ребята, вот этих вот пришельцев. Они хоть горят? Нет, они горят, так что все хорошо, ребят. Я думал, что они не получают повреждения, но получают, как мы видим. Да что ж ты будешь делать? Я вот ненавижу больше всего, когда вот со всех сторон... Начинаешь сразу путаться. Кого? Наземных, воздушных подбивать. Так, у нас еще есть две стрелы для арбалета. Может быть, их замораживать? В принципе, это неплохо. Вот, смотрите, я их заморозил. Да ядрёна вошь, ну. Вот. По красоте. Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Вот, еще аккумулятор мне дали. Давай бросим. Если мы и в этот раз с вами проиграем, это будет уже жесть полная. Так, арбалет, арбалет, арбалет. Выручай меня. Добиваем. Нет, 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 нет. У! Спасибо за такой бонус. Что они там крякают? Так, ну давай. Кузен, помоги мне. Ребят, заморозки больше нету. Оу, разблокировали мы какую-то с вами бочку. Дай-ка я этого подобью. Холодильник на дорожку. Бочка, короче, какая-то у нас нефтяная, что ли, я не знаю. В общем, сейчас мы с вами проверим ее. Но для начала, соответственно, мы заберем все бонусы. Обязательно. Так, ребятулечки, забираем наши денежки. 9000 не так, конечно, много, но и немало. Обязательно сразу же закупаем. Так, ничего нам здесь закупать не надо. Так, смотрим здесь. Возьмем с вами, наверное. А хотя мы здесь тоже ничего не будем брать. Мы лучше сразу... Во! Во-первых, нам нужно купить бензобочку. А что она делает? Замедляет движение чудовищ, когда они подходят к дому. И улучшить, да, наверное? Давай улучшим сразу. Вот это будет оптимально для нас. Так, что у нас там? Давай возьмем, наверное, аккумулятор один. И дождик. Ну что, у нас энергии не так уж много остается, да? Две штучки. Ну, я думаю, что мы должны где-то с вами... Это что такое, дирижабль, что ли? Или что это? Или это слизень с бомбой идет? Поехали проверять. Так, близкие контакты. Ну, надеюсь, не такие уж близкие. Что прям близкие контакты. Так, хорош. Мышь, 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 вали, вали, вали.
Ребят, вот серьезно скажу, я не вижу, чтобы дробовик был лучше. Бомбит так же дешмански, вот серьезно вам говорю. Перезарядка никакая. Просто, а где бочка-то? А, я бочку не взял. Представляешь, ребят, я купил бочку, но я ее, по-моему, не активировал. Или вот она лежит. Замедляет, говорит, ход, когда они подходят к дому. Ну, типа нефть якобы пролилась, да, и им там тяжело через нее пробираться. Я могу это так расценивать. М16, красота ты моя. Аркебуза, я сказал. Ааа, успокоиться не может никак, а. Ну-ну-ну, какие они мощные, а. Нет, не будем тратить. Давай вот так вот, наверное. Просто расстреляем их на месте, так, иди отсюда. Так, что у нас там? О, спасибо за дождик. Спасибо за дождик. Давай вот так вот сделаем. Слушай, ну они ватные на самом деле, вот эти вот пришельцы. Единственное, что они бомбят без остановки просто-напросто. Просто бомбят и все. Смотри, как это происходит. Так, я пока не буду, ребята, брать этот аккумулятор, хотел сказать, аптечку, потому что у меня здоровья хватает. Она, наверное, сама подберется, да? Или она просто исчезла? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Разбушевались мне здесь. А? Как вам? Вот так-то, по делам. По делам вам. Уйди отсюда. Не нервируй меня, муля. Так, добивочный, говорю. Блин, почему у нас не критует наша ружбайка? Мне уже надоело. Ни крита, ни херита, ничего нету, блин. Как мне с этими олухами тут справляться? Так, давай дождь вызывать. Получи. Ну, имба, давай бомби их. Будь имбой, действительно. Не подводи папочку, да, ребят? Прошли, с горем пополам. Сколько там начистят-то нам, а? Почти десяточка, да? Да не почти, а десяточка. Подожди-ка. 9800. Так, ну что, ребятули, 9800 мы с вами зарабатываем и продвигаемся дальше. У нас с вами накопилась полностью энергия. Называется «Поговорил по телефончику». Так, ну что, 9800 у нас денег. Так, улучшить знак «Стоп» я не хочу улучшать. Канистру я не хочу улучшать. Холодильник, наверное, тоже не будем улучшать. Так, а что мне по боеприпасам надо докупить в обязательном порядке? Так, огнемет пока не нужен. Давай вот здесь возьмем. Так, УЗИ улучшать не буду. Ну что, поехали дальше, да? У нас очередной уровень, 7-й. Ребята, это у нас... Слушай, это все-таки пришельцы. Посмотри, вначале начиналось вот все с шапочек, да? А теперь у нас пришельцы идут уже с атомными боеголовками якобы. Давай проверим, насколько они крепки. День, когда болото остановилось. Нифига название такое, блин. День, когда болото остановилось. Хорошее название, да? Вам не кажется? Так, что там, кто там? Ой, фу ты. А, ну-ка, иди отсюда, болотник. Не хотелось бы, конечно, получить в лоб вот этой вот. Что такое? Эй-э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 й! Парни, вас слишком много, по-моему. Вас слишком много на этом болоте. Слушай, они идут настойчиво прям к моему домику. Что-то еще там шепчут. Ха-ха-ха. Что расшептались, ребятули. Так, с этими надо по-быстренькому завязывать. Так, минус. Ну, минус на минус дает плюс. Отлично. Так, ну-ка, давай-ка вот так вот. Будем бросать динамит в них. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тут динамитом одним, ребят, не поможет нам дело. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой, ты смотри, какая плотная, ребят, идет стена. И еще раз хочу вам сказать про то, что не берет вот этих вот слизнюков, как вам сказать, кислотный дождь. Их берет. Ну вы поняли, да, что? Их берет только лишь... Да елки-палки, аккумулятор. Вот аккумулятор их хорошо прожигает. Так, ну-ка, отвяньте. Блин, ребят, мне приходится все боеприпасы практически потратить для того, чтобы выжить здесь. Холодильником, честно говоря, я не особо пользуюсь. Вы заметили, да? Может быть, его нам убрать, а? Мне кажется, нам придется его, наверное, убрать. Хотя, как заморозка, он сейчас очень даже неплохо заходит. Мы, по крайней мере, успеваем с вами перезарядиться, да? А посмотрим, сейчас срабатывает на всех?
Да, ребята. Холодильник даже на этих слизней срабатывает, которые вот идут у нас с боеголовками, с этими, с боеприпасами. Да вы достали, как вас много. Нет, холодильник есть, как бы вам сказать. Что? Ага, понял, аккумулятор. Есть смысл прокачивать только в том, если мы хотим, чтобы он действовал дольше. То есть, если мы его прокачиваем, он будет действовать намного дольше по времени. Так, сколько тут? 3600 и общий... Ого, 6700. Фиг знает, почему я так посчитал. Ну что, 20 тысяч у нас. Ух, вот это хорошо, ребятули. 20 тысяч. Я улучшаю себе арбалет. Докупаем боеприпасики. Максимальное количество. Так, М16. Тихо, тихо, не надо, не надо, не надо мне. Вот, ребята, вы, наверное, подумали, что вот это вот донат. Нет, просто я вот быстро нажимаю вот так вот. И видите, открываются вот эти вот окошечки. Так, что у нас тут? А, два холодильника и один аккумулятор. Блин, фигово. Смогу ли я здесь пройти это испытание? Смертоносное болото называется оно. Арбалет мне нужен. Тих! Вот, как же он мне нравится, ребята, арбалетик. Это просто бинго какой-то. Ну-ка. Дюх. Подожди-ка, не понял. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, эти летуны достали. Ну, вот серьезно говорю. Так, бобры. Там еще слизень идет, смотрите. Подкрадывается ко мне. Подкрадывается говнючок, а? Сейчас, сейчас я, ребята, его нахлобучу. Все, готов. Что-то там бубнят, кряхтят. Так, ребята, хорош, успокойтесь. Да сколько вас тут? Эй-эй-эй-эй-эй, давай подальше, подальше, подальше от моего домика, держитесь. Да ну хорош. Вот так вот. Минусуем всех, ребят, всех. Всех на шашлык. Подбили. Слушай, я так и не посмотрел насчет бочки. Мы все-таки взяли ее или нет? Купить-то я ее купил. Но это она или не она? Мы можем так, ребят, посмотреть с вами. Так, чё? Подожди, это злобная бочка. Мне нужна именно моя. Замедляет движение чудовищ, когда они подходят к дому. Скорее всего, это она и есть, ребят. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что это она. Пока у нас идет перезарядка. Мы с вами сейчас, наверное, аккумулятор вот этот сюда забросим. Пускай он их тут поджаривает. А? Не нравится им. То-то и оно. Ой-ой-ой-ой-ой. Арбалет. Арбалет срабатывает на все 100%, ребят. Так, давай вот так вот. Это последняя волна, кстати. И последний пришелец. Все, я его подбил. Но денег маловато мы с вами заработали. Очень мало. Иди сюда, монетка. Так, 2000 плюс сверху. Так, смотрим. 6200. Придется смотреть. Двойная награда моя и 12400. Поехали. Надо докупать нам боеприпасы по любасику, потому что у меня их вообще не осталось. Давай возьмем аккумуляторы. Это однозначно, потому что только аккумуляторы против слизней срабатывают. Мы в этом убедились лично. Так, динамит. А вместо динамита что я в тот раз, ребят, убирал? У меня есть канистра. Давай лучше возьмем, наверное, канистру. Так, и холодильник у нас всего один. Надо взять 5. 5 холодильничков. Энергии у нас еще за глаза. И открывается вид новый. Погоди-ка, вид новый. Сейчас нам будет с вами вид новый. Вот чего я не купил-то. Ага. Твою ж макарёку, ребят. Вот это я встрял. Теперь на арбалет у меня. Погоди-ка, мы же можем арбалет убрать, ведь так? Мы можем его пока убрать и взять, например, вместо него. Ну, например, УЗИ, а чё, почему бы и нет? Как говорится, за неимением чего-то лучшего придется брать худшее. Район номер 92. Ну и название. Да что ж ты будешь делать? Почему ты не критуешь, а, дробаш? Вот объясни мне, пожалуйста. А ну-ка, ханорики, разбежались. Не хотят они так убегать. Нет, М16 все-таки хуже. Наверное, будем, ребят, брать с вами огнемет. Массовая атака плюс поджигание героев врагов должно быть намного лучше. Иди сюда, монетка. Так, ну, кто там следующий? Давай. Ого!
Фига, ты видел? Ты видел, что он делает? Водный десант, ядрить его на корень. Да ладно. Да блин, вот в такой толпе-то их пробей. Ага, как же, пробьешь ты его. Гори, гаденыш. Да, его не так легко подбить. В принципе, на это есть вот такая штука. Заморозка-то всяко срабатывать будет. Крокодилы идут. Блин, да что ж ты будешь делать? Как меня этот спецназ бесит. Давай вот так еще попробуем сделать, ребят. У меня просто очень мало здоровья. Мне надо выжить любой ценой. Только лишь поэтому я тут все это бросаю. О, опять вылазит. Такой замедленный, вылазит еле-еле. В общем, аккумулятор справляется со своей работой, со своей задачей. Единственное, что не справляюсь я, потому что у меня очень быстро заканчиваются боеприпасы. Да ну, эй! Ребята. Только так. Ух, нам повезло. Посмотрите, сколько здоровья у меня оставалось на домике. Вообще ни о чем. Вот так вот. Вот такие вот злые, вредные ребята у нас. Пришельцы, оказывается. А почему мне не дали монетку, чтобы я мог посмотреть, а? В чем проблема, я не понял. Мне 5248 монет, этого мало. Вообще мало. Вообще ни о чем. Просто-напросто. Пипец. Ну, давай так вот сделаем. Так, секунду. В общем, убираем вот это вот все и берем наш арбалет и огнемет. Ну, попробуем вот так. Энергия еще пока есть, а вот с деньгами у нас совсем, ребята, худо. Очень плохо. Опять у нас все сейчас заберут. Опять все заберут, все наши причиндалы, и мы с вами останемся без всего. Болото против летающих тарелок. Вот так называется эпизод. Ну. Где они? Кто? Понятно. Ты посмотри, его не так легко, ребят, подбить, на самом деле. Ты достал же. Тогда и арбалет. Где он? Да ёпрсте, ну. Минус один. Посмотри, как здоровье быстро отнимают, а. Ой-ой-ой-ой-ой, мне это не нравится. Да иди ты в... Блин. Дай-ка, ребят, я попробую вот так вот поджарить их. Аккумулятор, аккумулятор, давай сюда. Бросаем. Ну, слизень, ты будешь отдупляться сегодня или нет? Перезарядочка. Где-то здесь, где-то... Вот он. Подбил я его. Фу. Половину здоровья все-таки они отобрали у нас. Ребят, половину здоровья. Так, что, огнемет? Здесь очень хорошо помогает нам огнемет. Так, а может быть, вот так вот сделаем? Да елки-то палки! Ну-ну-ну-ну-ну! Дай сюда еще дождик кислотный. Вон он, говнюк, вылез. Есть, я его подбил. Очень сложно, ребят. Так. Арбалет по цифре 2. Все, запомнили. Ну-ка, дай-ка дождик вызову сюда. Ну? Летает, а? А-а-а! Вообще не берет слизняков, ты понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой. А здоровья очень мало. Вот, вот что мне нужно. Только аккумулятор их задерживает. И это хорошо. Еще один. Бросаю. По-моему, не успел высунуться, да, как его молнией прошило. Все, не дают нам больше, к сожалению, ребятушки, монеточек. Вот так вот. Приходится по 5000 получать и как-то справляться. Я не знаю, как мы тут с вами будем справляться с этим делом. Но единственное, что хорошо, что мы подкопили с вами немножко денег. Поэтому надо брать побольше аккумуляторов. Они сейчас здесь самый топчик.
знак стоп, я не знаю, будет ли он мешать вражеским патронам пролетать, но я его возьму. Так, у нас энергии еще хватает. Тут опять что-то открывается, все открывается. Через каждый, блин, уровень у нас. Так, 11-й этапчик. 11-й этапчик, поехали. Давайте посмотрим, что у нас тут. Огонь на болоте называется уровень. Огонь на болоте. А, это у нас обычные, да, идут крысы. А то я смотрю, что-то как-то больно легко они разбираются. Так, солидно. Давай, давай, перезаряжайся, перезаряжайся быстрее, пока эти говнюки с аркебузами не подошли. Они уже подошли, уже бомбят вовсю. Ага, вот уже и с душлаками, ребят, пошли. Короче, бочка, канистра, вот это тоже полная ерунда, потому что она просто-напросто взрывается, и все, и больше ничего от нее, никакого толка нет. Также взрывается и просто поджигает врагов. Обалденного, как говорится, урона я от нее не увидел. Так что канистру можно смело убирать из нашего инвентаря. Так, что-то мне холодильничек подсунули. Ну, холодильничек это хорошо, ребят. Холодильничек это хорошо. Дай-ка мы вот так вот сейчас будем. Блин, ну 3 стрелы тратить, ну это как-то несерьезно. Давай вот так вот жарить их будем. Да че я мучаюсь, у меня есть аккумуляторы. Пускай аккумулятор их и жарит. А эти гаденыши еще главное успевают, когда их током бомбит, они еще по мне успевают стрельнуть. Сейчас холодильник применять будем. Оп, они такие сразу, оу. Рэй, ты что сделал, заморозил нас? Да, я вас заморозил, сосунки. Оттаяли, оттаяли. И еще раз напомню, ребят, если мы их замораживаем холодильником, то не стоит применять огнемет. Они сразу размораживаются, и вы, грубо говоря, в холостую потратите свой холодильник. Давай-ка вот так вот мы сделаем. И аккумулятор, потому что здоровья опять же мало. Мы должны здесь выстоять любой ценой. Отлично. По красоте. Деньги. И вот сейчас, наверное, уже будет, ребят, последняя волна, скорее всего. А им пофига. А смотрим. Смотрите, ребят. Ага. Значит, и кислотный дождик, ребята, тоже не действует, когда мы применяем холодильник. То есть заморозка не фурычит. То есть она действует только сама по себе. Если только кислотный дождь начинает капать, все, они размораживаются, сразу у тебя начинает идти. Несправедливо. Так, 5800. Ну что же, давай закупим. Канистрочек возьмем. Я понял, как с ними нужно, ребята, действовать с этими канистрами. Так, и посмотрим 12 уровень. Да, может быть, мы с вами сможем и 13 пройти. Хотелось бы. Давай посмотрим. Так, 6 элемент называется уровень. Да ты посмотри, чтобы одного слизнюка такого убить, нужно потратить практически... Что за новости? А если я вот так сделаю? Не понял. Здравствуй, дорогой. Давай-ка мы вот тут, ребят, все забросаем этими канистрами. Подпустим их чуть-чуть поближе и шибанем. Вот так вот. Круто я придумал, да? Погоди-ка, погоди-ка, а на этих не срабатывает, да? Ну-ка, поджарим их. Поджаривается хоть? А этот почему-то, ребята... Оу-оу-оу-оу, куда вас столько, эй? Гаденыши! Зашибись, они теперь еще будут тут у нас в суперзащите выходить, а? Не было печали, блин. Ладно, пытаемся, пытаемся. Так, холодильник получил. Блин, крокодильчики, как же вы... Как же вы хороши, а? Не стреляйте, просто идете себе не спеша. В отличие вот от этих вот пришельцев, которые каждый норовит тебе в лобешник выстрелить.
И уж тем более вот эти, ребят. И уж тем более вот эти вот. Стреляют, стреляют. Заряжай, 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 Джо. Давай вот так вот. И последний тут. Фу. Так, опять ползут. Давай кислотный дождь запулякаем здесь. Смотри, как они хорошо горят, а? Ой, ребятушки, по красоте. А вот эти вот в броне, да, им пофиг по ходу дела. То есть вначале нужно сбить этот щит, после того они уже получают урон. Вот так-то вот. Надеюсь, это были последние крокодильчики, да, ребят? Офигеть, мне никаких денег так не хватит, вот я вам серьезно скажу. Никаких. 6000. Так, у меня аккумулятор нужно прикупить. Но помимо этого нужно еще вот что взять. Хватит? А? Тютелька в тютельку, ребят. Так, арбалет, огнемет, все, хорошо. Ну что ж, давайте попробуем пройти 13 эпизод. У нас энергии практически нету. Но пройти должны. День независимости. Это название, ребят. Вот это название, да? Что ж ты... Нет, ребят, пока нет смысла тратить. Надо вначале... Или есть, блин. Сколько нужно для того, чтобы сбить щит? Кто мне скажет? Блин, зачем я так сделал? Зачем я так сделал, а? А вообще-то нормально все. Все пока хорошо. Все по красоте у нас. Джо, ну как ты медленно все это делаешь, а? Они специально так делают, чтобы я потратил свой вот этот вот перчик. Но я-то не буду ее тратить. Наш и дурачка, да? А ну-ка, дождик, всколыхни их. Блин, явились и не запылились. Ну вот что ты прешь, а? Вот что ты прешь? Вот что тебе тут надо? Пока перезарядится, пока выстрелит. Сколько мы, ребята, энергии с вами тратим из-за этого, а? А мне сказали, что последний босс здесь вообще в этой игре непроходимый. Правда это или нет? Или это пишут те, кто не умеет играть? Ребят, жду ваших комментов. А то действительно смысл проходить игру, если там босс неубиваемый в конце. Так, давай этого крокодильчика подобьем. Отлично. Мне нравится, как мы с вами играем. Пока все хорошо. Понеслась жара. А? Да я еще вот так вот сделаю. Ой, вообще им нравится, смотри. Они прям балдеют. Так, погоди, 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 погоди. Еще дождик. Почему дождь не сбивает защиту? Или сбивает? Сбивает, но, по-моему, как-то медленно. Так. Упс. Пардончи. Так, ребят, это была последняя... И разблокирована какая-то у нас космическая пушка. Посмотрим, что она себе представляет. 50 штук. Значит, она также будет тратиться, как и огнемет. Ладно, давай посмотрим, сколько она вообще стоит. Не стоит, а сколько нам... Так, боеприпасы. Надо купить. То есть она у нас вместо огнемета. Что она делает? Мощный электрический разряд. Сопротивление бесполезно. Вот так вот. Энергия есть одна, и мы с вами идем на 14 уровень. Без всего, да? А нет, аккумулятор есть. Террор с того света. Это что еще за... Что это за выкрутасы? То железные какие-то бочки, ребят. Теперь коробки деревянные. Ну-ка, дай проверим. Слушай, а мне нравится. Очень прикольная пуха, между прочим. Зря смеетесь. Но мне почему-то не сказали... Оу! Но мне не сказали, что это... Ладно, Джо займется ей. Ну, давай-давай-давай-давай. Пушечка, давай, родная моя, есть. Джо, давай, ты у меня любитель похавать комариков. Я пока вот монетки собираю. И перезаряжусь. Что-то как-то медленно у нас, ребята, идет. Волна за волной, ну так медленно. Опять эти гаврюши, да? Ням-н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 ям
Давай, шокер. Слушай, ну шокер вообще великолепен. Смотри-ка. Так, расстреливаем. Давай так вот сделаем. Да что ж ты? Вылетели, да? Надо жарить. Один, второй поджарили. Тут комарики, ладно, комарики это ерунда. Ну, будем сидеть, перезаряжаться потихонечку. Пускай мой Джо, ой, Джо, пускай мой кузен. Вот он справился сам, отлично. А мы перезарядились, у нас, ну, почти половина волны прошла. Опять у нас, да? А, эти, слизни идут. Так, слизни это, конечно, понятно все, минус. Минус. Ой, ребят, как у нас очень быстро тратятся заряды, кстати, я хотел сказать вам. Давай так сделаем. Джух. Очень быстро. А если я вот так сделаю? А? Сосунки. Не нравится, да, вам? Вот тут и оно. Ой-ой-ой-ой. Это, кстати, последняя волна, ребят. Давай, расстреливаем. Придется так сделать. Опс. Все. Комариков только расстреляем. И все у нас будет замечательно. Есть. Фух, я отбился. Я отбился как мог. Ну, ребята, что у нас там по энергии все? Все, да. Так, ну что, у нас тут совсем-совсем немножко осталось до НЛО. До босса. Ну, будем тогда на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам.